Всем привет, друзья! Вы на семейном канале! Семейный канал Baby Go. Здравствуйте, наши дорогие Baby Goши! И сегодня у нас продолжение игры Lego Nexo Knights, пятая часть. Ну что, поехали? Так, у нас с тобой машинка теперь есть, да? Что-то мы тут с тобой понапрокачали. Так, что-то у нас еще щитом горит. Так, подожди, не спеши, не спеши. Мы так не разберемся. У нас что с силами? Мы можем прокачать. Прокачали твердыню решительности. А, вот. Вот у нас вот это вот. Стремительная атака. И мы получили звезду на стремительную атаку. Отлично. Подожди, тут нету звездочки. У нас только здесь. И вот только на твердыне решительности и на стремительной атаке звезда. Нам надо злодеев побеждать, нам сейчас не до улучшений. Правильно? Вот, нам надо рисует сюда ехать, смотри. Облако. Волчий голод. Поехали? Подожди, что ты уехал-то? Мы же должны победить его. Нажимай вот на эту фиолетовую штучку. Мы в город заходим людям помогать. Наконец-то будем хорошими делами заниматься. Какой-то у него знак. Волчий голод! Ничего страшного, сейчас волчий голод у нас как надо пострадает. Так, давай выберем, с какой силой. Есть успокаивающие орлы драконьей ярости, есть успокаивающие орлы, а есть ядовитые вздохи ритма. Давай эту. Вот эту? Нет, эту. А эту у нас и стоит, ну хорошо. Так. А что происходит? Ну что, поехали в бой? Да. Написано, что сильно. Наверное, мы можем победить сейчас. Ну что, пойдем? Побеждать? Да мы уже поняли, что волчий голод. Какой-то, смотри, какие-то реки фиолетовые появились. Пойдем, пойдем, посмотрим, что происходит. Ага. Это телепортация. Первый бой. Ну-ка, давай сначала вот этих вот победим. Подожди, 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 что происходит? Не-не, не переходи никуда. Сначала каменных горгулей разобьем, давай. Одна есть. Пойдем следующую бить. А то они нам больно сделают. Так, еще одну победили. Вот эту тоже. Вот эту, вот эту, вот эту. Давай, давай, давай. Там что-то пропало, Дэн. Не-не-не, смотри. Вот так вот. Отлично. Пусть дядя новый. Ого. Ой, что за дядька такой. Ага, держать надо. Все понятно. Чтоб камни разваливались, да? Не так все просто, однако. Вот это вот так же надо. А он, видишь, он под защитой под какой-то. Надо его сначала эту штуку срубить. Сейчас, сейчас. Сейчас мы ему зададим. Да мы поняли, что держать. Вот, вот так вот, видишь, и я его скинул его. Все, ну иди посложнее, товарищи, я тебе скажу. Открывай сундук, что там лежит. Надеюсь, нам что-то полезное попадется сейчас. О, здоровье поправить можешь, да? Отлично. Пойдем дальше. Так, опять стенка мешает, да? Будешь сейчас ее разрубать? Да. Подожди, значит поближе подойти. Да, мы на расстоянии-то не разрубим стенку, но поближе подойти. А вот, а теперь держи пальчик. Держи. Держи пальчик, отпускай. Отпускай. Вот, молодец. Так, стрелочками нам показывают, куда. Вот, мы дошли до злодея. Сейчас мы его сходу, с разбега, как ударим. Ой, ему все равно. А нам-то сейчас, сейчас тебе будет больно, дядька. Пора силу использовать. Подожди, подожди, подожди. Нам орлы помогут? Где этот засранец? Вот он. Наши успокаивающие орлы сейчас все сами сделают. Все.
слабый злодей был. Мы его быстренько, да, победили. Смотрим, что сейчас дальше будет. Какой уровень сейчас будет? Девятый уровень. И мы что-нибудь прокачали? Нет, а бонусы какие-нибудь получили? Что у нас в награды? Давай смотрим. Меч Клея. Это, видимо, ноги этого большого дядьки. Да. И смотри, мы что-то еще собрали. Какую-то броню, наверное. Это руки. Первая награда? Третья. О, смотри, вот это мы можем улучшить. Давай улучшим. Так. Отлично. У нас броня покруче стала. Мы прямо сейчас крутуши. Смотрим дальше. Ты понял, Дэн? Мы с тобой улучшаем броню нагрудную. Баскетбол. О, награды и даже новые силы. Давай посмотрим. Блею баскетбол. Слушай, да, у нас награды есть. Смотри, давай подумаем, что получить. Забрать силы, да? Тут не подумаю, что ты особо выбирать-то не приходится. Так. Давай посмотрим. Получить. Высокое напряжение. Стареющая нежить. Опустошение. Давай высокое напряжение. Да? Да. Получить. Или тут тоже не выбирает. Непонятно. Не дошли до этого. Но у нас пока все вроде бы. Награда у нас. Да, у нас какая-то награда, друзья. Ну и мы сейчас игры не поняли, какая. Давай еще смотри, у нас что, 2-4. Мы в замке сделали все хорошо. Нас по стрелочке ведет дальше, пойдем дальше. Вот сюда, видимо. Да, сюда, ну? Да. Я знаю, что он тут броню улучшить, как же без брони. Так, а, вот они, силы. Давай посмотрим, что у нас есть. Сила земли! Так, сила земли. Что еще? Nexoblade! Nexoblade, мне нравится, красивая картинка, да? И давай Акселю сделаем Nexoblade. Желтый. А, вот такая сила, которая нам доступна. Давай посмотрим. Да, а что, как нам это получить? Пожалуйста, коричневый. Давай, коричневый. Коричневый? Это же не коричневый. Красный. Стремительная атака! Ну да. Так, ну и чего у нас? Что-то непонятно, да? Мы с тобой разбираемся, не можем разобраться. Безжалостная ржавчина! О, давай безжалостная ржавчина. А зеленая? Зеленый, да? Давай, зеленый. А зеленый чего? Вот, давай смотрим, что там зеленый есть. Всепоглощающий тлен! Интересно, до чего эти силы? Что она дает? Давай посмотрим. Как можно прочитать описание? Дай голубую. Голубую? Давай. Давай посмотрим, что там есть. Обрушение! Все, берем обрушение, да? А туда пробовать-то ее можно или это сюрприз? Описано, эту силу надо нейтрализовать, пока ты ей не воспользовался. Я быстро с этим справлюсь. А, то есть он сначала нейтрализует силу, а потом мы можем ей воспользоваться. Видимо, так, да. Друзья, если я не прав, напишите нам об этом в комментариях и расскажите, что происходит. Да, я это выглядит не знаю, подвинулся. Да? Да. А, давай посмотрим, какая там тоже сила. А что-то здесь не видно силу. Какую здесь-то силу нейтрализует? У белых. Непонятно, да? А, вот еще желтый. Поджигающий взрыв. Поджигающий взрыв, да. Ну что, красный посмотрим. А ты же посмотрел уже красный. Мы же с тобой ее первые смотрели. Может, да, зеленый. И зеленый мы с тобой смотрели. Давай. Но мы с тобой смотрели. Это жив! Вот это вот. Всепоглощающий тлен! Всепоглощающий тлен. Будем опробовать эту силу? Да. А может быть давай во время боя опробуем? Давай, мне у Аксела нравится вот это вот.
Тебе нравится? Обжигающий взрыв. Ну ладно, мы их посмотрим в бою. Тем более рыцари можно выбирать и менять, я так понимаю. Хочу посмотреть, как барашки блеют. Как барашки блеют? Смотри, у нас здесь выбор. Пора атаковать или же нажать на нашу подругу. Вот, мы можем забрать силы 5 штук. И забрать... Это особое. Давай на особую нажмем. Нажимай вот сюда. Давай, награды. А, мы можем две забрать, да? Нет, не можем две забрать. Особая награда у нас перцовый дождь. Отлично. И в бой. Сейчас я пробую нашу награду. Посмотри, как баски бьют. А, да, да, мы сейчас заберем вот эти награды. Все. Эти мы уже видели с тобой силы. Закрываем. И в бой, да? Опять у нас клей в бою будет. А, во, можем выбрать. Сражайся с двумя. Какими рыцарями будем сражаться? Арон и Месси. Хорошо. У тебя уже есть 4 силы, я покажу тебе, как хранить их в моих системах, чтобы использовать в бою при необходимости. Теперь выбери из списка одну из сил, которые ты нашел. Так, давай выберем из списка одну из сил, которую мы нашли. У синих это... Подожди, давай посмотрим. Так, красные. Стремительная атака! Стремительная атака? Да. Давай, может, новую силу попробуем? Обрушение! Обрушение попробуем с тобой? А вообще зеленое. А все, мы уже с тобой выбрали обрушение. Итак, у нас солдат воин против нашего... Как зовут зеленого-то? Что-то я забыл. Постарайся добиться идеального комбо в миссии против запрещенной силы. Это максимально повысит твои шансы на успех. Ну что, опробуем новые силы, которые мы получили? Зеленый. Да, зеленый. Погнали, Дэн. У нас с тобой новые силы. Опять эти поблины. А, у нас же зеленый дальнобойный. А может, слушай, Дэн, а мы все время с тобой деремся с Аароном. Я понял, кто его зовут. Давай попробуем нашу красную подругу. Вот так вот можно местами поменять вроде бы. А почему-то нельзя. Так, что-то непорядок какой-то. Нолики даже вылетели. Даже нолики вылетели? Да. Из паука нолики вылетели. Так, все, есть контакт. Ой, это было взорвалось. 18. Так. Вот, смотри, у нас готова сила новая. Мы сейчас с тобой новую силу опробуем обязательно. Мы еще красную открыли. Вот, давай поменяем местами. Месси попробуем, да, Дэн? Пойдем. Сейчас Месси подеремся. Бой 2. И давай силу используем. Обрушение. Та-дам. А ты понял, что произошло? Подожди, эти колонны, наверное, надо как-то использовать. Или нет? И там. Конечно, конечно. Смотри, у нас еще с тобой две силы есть. Не, вот сюда. Давай вот так. Ну-ка. Бей паука, то у нас сейчас... Денечка, надо активнее бить, смотри, вот так вот прям, быстро-быстро, смотри, вот так. Видишь? Ой, мы там все побили. Давай силу используем. Что, Диня? Стремительная атака! Ха-ха-ха, стремительная атака, точно. По зеленому не ходим, наверное. Отлично. Давай, вот этого последнего поблина надо победить. Слава богу, победили. А еще вот, видишь, монстр пришел. Солдат воин. У нас есть сила. Ага, и мы от него сейчас отбежим. Ага, вот она как работает, сила-то рыцарская. Надо, чтобы он к колонне подошел.
Вот такая вот хитрость. Давай, собираем. Все, мы с тобой победили солдата-воина. Получим, наверное, сейчас уровень 10. И... Ну, силу пока не прокачали. Ну ладно, ничего страшного. Но обрушение классное. Сила как раз против монстров, против главных боссов. Награда. Давай посмотрим, что там в награде. Это для Арона броня. Это ноги для красавчика, какого там, который любит селфи делает. Это для Клея ноги. Еще броня для Арона. А, ну можем что-то прокачать. Давай посмотрим, что мы можем прокачать. Смотрим, да? Итак. Ну что, у нас броня для Мэйси готова. Отлично. Что-нибудь еще есть? Все остальное у нас с тобой не готово, Динс. Ну, что, продолжим в следующий раз? Я сейчас. Ну, мы смотрим, сколько с тобой прошли. Проходи миссии повторно, чтобы собирать лего-гвозди для мастерской Робина. Ну, хорошо, будем иметь в виду. Пройди бой за 3 минуты 45 секунд. Это прям целый вызов. Дэн, а мы успеем пройти бой за 3 минуты 45 секунд? Ну давай попробуем. Давай тогда сейчас папа, чтобы быстро мы это сделали. Мы сейчас быстрее пройдем. Да? Давай Акселя возьмем. И Арона. Давай. Не надо. А что мы с ними одним и тем же? Давай попробуем новую силу с тобой. Безжалостная ржавчина. Два рыцаря. Да, два рыцаря. Давай Мэйси. Сразу. Или опять не поменяем. Опять мы будем Аароном проходить. Твой любимый зеленый рыцарь? Как хочешь? Аарон. Зеленый. Ну что, у нас испытание. 3 минуты 45 секунд. Давай сейчас быстренько всех. Один бой. Быстро пройдем, справимся, как ты думаешь? Так. Ну-ка давай силу побыстрее, чтобы... Летельная атака! Стремительная, да. Мы быстрики с тобой, быстрики. Очень быстро сейчас пройдем, и все, и получим свою награду. У нас еще есть 3 минуты с тобой. Отлично, сундук есть. Поменяемся на Мэйси. Собирай, правильно, собирай. У нас 3 минуты. Мэйси. Сейчас с Мэйси мы очень быстро пройдем. Жалко, ты не хочешь брать Акселя, мне кажется, он сильный. Второй бой. Вот это быстро надо сейчас все сделать. И прибережем свои это, запасы для воина. Стремительная атака! И сейчас кто-то сил. Смертный! Точно! Так, у нас еще 2 минуты, Дэн. Успеем! Главное быть спокойным и вот это использовать. Сейчас разберемся, как ржавчина действует. Так. Надо поближе, наверное, к эпицентру. Не очень понятно, что она сделала, да? Но что-то, наверное, сделала. Но мне больше понравилась предыдущая суперсила. О, давай сейчас... Стремительная атака! Впечатляет. Смотри, как мы воины с тобой быстро. Раз и все. Ну что, уложились с тобой? А меньше, чем на 3 минуты. Все. Наверное, мы получим награду. Обещанную. Сейчас посмотрим, друзья. Пройди бой на 3 часа за рубежом. Так, какой-то лего-кубик мы получили с тобой. Ну, отлично. Уровень команды 10,5. И ржавчина мне не понравилась. Тебе понравилась ржавчина? Да. Да? А что он тебе понравился? Так. Одна награда! Мы можем прокачать нашу... Две награды! Одна награда! Три!
Ага. Ну что, прокачаем? Ага, никогда. Клею-то мы можем опять Олегу получше одеть, да? Оп, красавчик наш прокачанный. У Мэйси нечего, у Арона нечего, у Ланса нечего, у Ланса тоже нечего. Ну что, продолжим в следующий раз? Нет. Ну я думаю, что да. Открыта возможность создания. Используй лего-гвозди, чтобы создавать мощные самоцветы. Давай еще. Ну еще, видишь, зачем ты надо... У монстров плюс 25 здоровья. Это что, как понимать? А зачем нам, чтобы у монстров было плюс 25% здоровья? Ну что, используем мега-гвозди. Что мы там создаем? Что-то мы с тобой создаем. Что это такое создали? Какой-то кристаллик. А это мы не можем сделать. Мы не смотри, подожди, давай разберемся. Мы с тобой сделали какую-то штуку. Она дает плюс 2 звезды и что-то еще. Друзья, нам, для нас все в новинку. Расскажите, что такое мы создали и что с этим делать. Да? Поехали к ним. Ну все, я думаю, что мы с тобой продолжим в следующий раз. Это была, друзья, очередная часть Лего Некса Найтс. Мы с вами прощаемся. Ставьте нам пальчики вверх. Подписывайтесь на наш канал. Как пальчики вверх-то? Да, и оставляйте ваши самые классные комментарии. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе наших самых свежих новостей. Ну а на сегодня все. Впереди еще будет продолжение. До новых встреч, друзья. Пока! Пока!